Ну а если есть у тебя всякие прикольные, веселые, ржачные видео, мемы и всякая прочая бурда, то присылай в официальную группу канала Ingwarplay в обсуждение «Большая пятница». И также, если у тебя есть всякие ржачные, очень ржачные видео, то присылай в обсуждение «Попробуй не засмеяться». И я это посмотрю в рубрике «Попробуй не засмеяться». Так что дерзай, приятного просмотра. Б. О. Л. Мягкий знак. Ш. А. Я. П. Я. Т. Н. И. С. А. Большая пятница. Добро пожаловать. И всем привет, уважаемые зрители. С вами Ингвар. И добро пожаловать на юбилейную часть Большой пятницы. А именно пятая часть сегодня нас приветствует. Да. Вот до чего дошли мы. Что пятая часть у нас уже образовывается. И именно благодаря кому? А именно благодаря вам. Если вы будете еще присылать вот эту всю бурду, вот эту прикольную бурду, то будет и десятая часть, и сотая часть, но все зависит от вас. Вот, а от меня, естественно, качественный контент. Да, так что сегодня мы рассмотрим, поржем, и я надеюсь, будет как круто. Так что готов ли ты? Я готов. Тогда погнали. Ну и что ж, приступим. Я не один, я встречаюсь сам с собой. Сам вожу себя гулять, сам покупаю себе одежду, я люблю себя. Как этот самый Александр Рева, да, на Comedy Club, когда был в Ереване, он тоже, Ереван, я люблю себя, и здесь также, блин, четко сказано, как бы, ну, в принципе, да, я тоже не один, я как бы сам себя вижу, вот сейчас вот снимаю, сам себя вижу, так что я сам себе машу, улыбаюсь сам себе, да, как бы гуляю в школу, иду, пожалуйста, покупаю, ну, одежду, ну, и другое, само собой, и как бы, да, тоже люблю себя, так что, да, четенько. Положил этот шар из фольги в микроволновку на 3 минуты. И вот что получилось. Значит, нифига себе. У меня пол кухни. Пол кухни разнесло. Я не знаю, а возможно ли, я не знаю, это, наверное, 21 век такой. Может быть, есть такая тема, магия, где-то что-то я видел, слышал, но чтоб так вот прям красиво, не знаю, реально ли. Вот, но пол кухни разнесло, да. Иногда может так разнести, ё-моё, но ладно, не будем шутить. Опять приятный льдар, да? Режим его сейчас включу, и будет это самое. Опа, это у нас, получается, Аквамен. Да? Ты классная, поехали ко мне. Прости, но мне нет 18. То, что нужно. В смысле, подожди, но мне нет 18. То, что нужно. В смысле нужно, если меньше, то потом Айтана будет. Айтана, притом будет это самая такая есть противная фамилия. Шнур, короче, вот. Вот это будет, да? Вы этого хотите? Ни в коем случае. Всегда старайтесь узнать больше, как бы, ну, узнать, что больше ей или наоборот ей меньше. Потому что если меньше, вот так вот просто, вот так, как это по-хамански, по касательной, на... По касательной, аккуратно вниз. По касательной. А если больше, то там уже смотрите сами, если там 20, то... Смотрите сами, я не могу ничем посоветовать, но будьте аккуратны. Сейчас такое время выглядит типа на 20, а там 15. Ей 18, а смотришь, да, ей 15, а на самом деле в документе 18. Так что 21 век, сам в шоке. 10 years challenge 2009. Это
Блин, как-то он напоминает на Поперечного, не? Или мне кажется? Подожди-ка, я знаю, такой есть такой мемчик 2009-2019, то есть за 10 лет как это, то есть, и я, да? 2009 год, только появился, вроде компьютер есть, я не ошибаюсь, да, и 2019, во, уж сижу, смотрю, уж с монитором сижу крутым, да? С телефоном сижу, блин, да, сам с собой разговариваю, вообще, да? С мышкой, блин! Клавиатура, ё-мо, наушнички, сам компьютер есть, да? Ты вообще, да, 2009 просто там какие-то наушники, такие, монитор какой-то, компьютер, ну и вообще, ты понимаешь, вообще, сам в шоке. 10 лет прошло, а нет. Нет, я знаю, просто думаю о том, что Земле уже миллиарды лет, а тебе повезло жить в одно время. Папа, ты был раньше в банде? Да. GTA San Andreas, Grove Street, там такая тема, районище было. Блин, да. GTA San Andreas, классная тема, если честно. Там, ты со своей, ты самый такой банды такой вызываешь, такой чик-чик, и давай, пф-пф, давай здесь, потом пф-пф-пф, потом здесь, пф-пф. И едешь на такой машине, которая вот так вот дрыгает, вот так вот едешь, такой едешь, и там потом пфм, 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 потом музыку врубаешь, и такая крутая едет, здесь такой сидишь, такой, йоу, давай стреляй, захватываем районы, здесь такой чик-чик, граната, пфм, вот так вот, explosions, Майкл Бэй, короче, Майкл Бэй, Майкл Бэй 2020, вот Сан Андреас такой берешь и со своими ребятами, блин, были времена. Да. Они сказали, что аниме дерьмо. И ты решил всех убить, чё? Ну ничего, так разнесло, конечно. Нифига себе, Макдональдс. Нифига себе. То есть на груше стоит Макдональдс. Вот представляешь, смотри, вот, вот груша. Вот Макдональдс. Потом идет еще один Макдональдс. Потом еще три Макдональдса, ты понимаешь? И потом здоровый Макдональдс. То есть Макдональдс стоит на груше. Ты понимаешь? На груше стоит. Ну как ты мог? Ну нет. 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 Фанас, ты знаешь, что нужно делать. Неожиданно у нас видео. Называется, вот послушай. Прикол ржака Fortnite made by me. Это знаешь, как в песне тра-та-та-та-та-та-та-та ту-ту-ту тра-та-та-та ра-та-та-та э-э-э-э-э-э. Ну ладно. Who killed Captain Alex? Погнали. Опа-опа, вы ай! Господи, опа! Крунч. Агентство такси Престиж. Ну
Ну да, в аниме все вот такие, блин, молодые, блин, им такое ощущение, блин, по 12-15, 8, блин, ты представляешь, 8, блин. Вот мне сколько вот дашь, вот сколько ты мне дашь, вот сколечко лет, фиг знает, то же самое. Подожди, так я это, стоп, чё? Так я... А Ник Фьюри любит встречать супергероев в кресле. Первый Мститель, другая война. Человек-паук вдали от дома. Да, он, наверное, там просто сидел все эти, так сказать, весь этот период, промежуток сидел просто и ждал, когда потом к нему придет Человек-паук или что-то там типа этого. Вот и юбилейный выпуск подошел к концу. Большая пятница. Пятый выпуск. Да. В принципе, праздничный такой выпуск. Да, были шуточки. Представляешь, были шуточки. Что-то, кое-что будет меняться после этого выпуска, само собой. Если вы хотите, то можете написать в комментариях. Сначала в комментариях или сразу же мне куда-то присылать. Только пометьте, что это для рубрики «Попробуй не засмеяться» и все такое. То можете присылать, и эта рубрика будет существовать. Вот, и Большая Пятница будет жить, пока вы будете присылать мемы, приколы, фото, короче, всю эту бурду, одним словом, да? Так что все зависит от вас. И будем, наверное, заканчивать этот праздничный, приятный такой вот выпуск. С вами был Ингвар. Не забывайте подписываться на канал, рассказывать своим друзьям. Чем больше нас, тем лучше. Мы же знаем, понимаем, да? Чем больше, тем лучше. Для меня и для вас. Так что я пойду. Всем спасибо. Всем пока.